слоеное тесто не раз выручало хозяек. Для такого случая делюсь отличным рецептом слоек с творогом и малиной. Их приготовление не займет много времени. Берите на заметку. Нам понадобятся следующие ингредиенты. Подготовьте необходимые ингредиенты. В чашу вбейте яйцо. Взбейте его вилкой до однородного состояния. В малину добавьте сахар, перемешайте. Давить или измельчать ягоды не нужно, чтобы не появился сок. Сделайте творожную начинку. К творогу добавьте сахар, сметану, ванилин, 1/2 взбитого яйца. Разомните вилкой и хорошо перемешайте. Размороженное слоеное тесто подкатайте в пласт толщиной 0 см 3 мм, поделите его на 4 прямоугольника. На каждый прямоугольник, в серединку, отступая от края места, выложите начинку. Чередуя половина столовой ложки творожной начинки, столовая ложка малины и опять половина столовой ложки творожной начинки. На свободной части прямоугольника сделайте прорези. Накройте свободной половинкой с прорезями начинку. С помощью вилки скрепите края. Выложите слойки на противень, застеленный пекарской бумагой. Смажьте оставшимся яйцом. Поставьте выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут. Учитывайте особенности своей духовки. По истечении времени достаньте слойки из духовки. Переложите на блюдо и слегка охладите. Подавайте к столу теплыми или полностью охлажденными. Приятного аппетита! Покупай все продукты и напитки с хорошими скидками. Переходи по ссылке в описании и получи скидку до 30% на продукты для ваших кулинарных шедевров. Подписывайся на наш канал «Еда с перчинкой». Всем вкусненьких блюд!